Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и мы продолжаем проходить игру под названием Алундра. Итак, мы сейчас не знаем, куда идти Алундре нужно, и поэтому пойдем спросим у старушки. У одной старушки, которая живет неподалеку, вот в этом доме. Я чувствую, что ты хочешь у меня узнать, куда тебе идти. Подойди поближе. Встань рядом с хрустальным шаром и узри свою судьбу. Хочешь ли ты узнать свою судьбу? О, я вижу. Твой путь отображается в хрустальном шаре. Ты идешь туда, где нет даже капли воды. Хочешь ли ты узнать больше? Мое знание будет стоить 15 монет. Твой путь ярко сияет в хрустальном шаре. Итак, мы видим карту. В центре деревня. А вот это вот сияние, оно как раз и говорит, куда Алундре нужно отправиться. О, я вижу, что тебя ждет пустыня. Итак, еще одна нас вылечила и восстановила ману. Когда ты потеряешься, возвращайся сюда, и я скажу тебе, куда идти. Ну что ж, господа, отправляемся в пустыню. Так, сейчас мы проверим, за сколько ударов булава на цепи сможет победить монстра. Раз, два, три. Так, а кинжал таких монстров побеждает... Раз, два, три, четыре, пять. С пяти ударов. Булава помощнее. Так, где находится пустыня? Где-то, наверное, тут. А, сундук, а мы его достать-то сможем? Наверное, пока что нет. Ну ладно. Идем к пустыне. И... Ага. Так, тут с помощью булавы пройти можно. Пустыня наверху. Так, это получается, но нам надо сейчас забраться вот тут вот, да, справа, чтобы в пустыню попасть. Угу, а тут мы пока пройти не можем. Так, а как тут залезть-то? Тут никак. Осторожно! Опасные... скалы. Так, тут еще сундук. Тут прям запутаешься, слушай. Еще один сундук. Ну, мы их постараемся открыть. Так. Ага. Во.
Так, а тут, наверное, вот так, да? Да, смотри. А. О, золото, здорово. Так сундуки неудобно расположены, да? Так, а дальше тут еще сундук был. И что в нем? Эликсир магический, ага. Этот сундук отсюда не достанешь. Это надо вот как-то вот... Ага, вот так. И что это? Так. Эликсир восстанавливает полностью здоровье и ману. И автоматически восстанавливает... автоматически восстанавливает здоровье и ману, если Алундра погибает. Так, теперь наверх. Сундуки мы все открыли тут. Поднимаемся наверх. И мы оказываемся где? В пустыне, да? А, не. Это еще не пустыня. Ду-ду-ду-ду-ду. А вот это пустыня. Так, тут Алундра нормально прыгать не может. И бегает медленно. Воу-воу-воу. О, они еще блокировать могут, смотри. Ничего себе. Скелет. И у него есть медальон. И древний свиток. На нем написано. Ага. Нужно идти к северу отсюда. Так, а тут мы не можем пройти. Сейчас посмотрим, куда идти. Ага, сундук. Ну, видите, из-за песка Алундра подпрыгивать нормально не может. Так, а вот. Вот там, где песка нет, он может подпрыгнуть. Так, подожди, а... Ну-ка. Так, надо сундуки. Сундуки пооткрывать. Ну-ка, отойди. Где-то тут был сундук. Вот тут вроде бы, да? Ага. А, не-не-не, вот так вот. Ага, во. Золото. Золото. Так. Тут мы не перепрыгнем. Тут мы тоже не перепрыгнем, да? Ой. Так, теперь вот тут смотрим. Что тут? Тут тоже сундук.
Но мы пока его открыть не можем. Аккуратно. А, погоди, мы тут не пройдем. Вот так. Итак, мы нашли важный предмет, с помощью которого Алундра теперь что сможет? Плавать под песком он сможет. То есть он вот так вот раз. То есть он зарывается в песок и вот так может передвигаться. А это означает... Так, а как выйти-то? А, вот. А это означает, что теперь он может пройти там, где раньше не мог пройти. Вот, например, можно теперь тот сундук открыть, который вы видели буквально пару минут назад. Так, 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 так. Сундук, сундук. Вот этот сундук. Сейчас мы вот так вот, оп. А, он не может, что ли, тут? А. Ну, теперь, видите, проще тут. Может так вот проползти. Причем он неуязвим, пока... Пока это в песок зарывается. Так, подожди, а тут... А, тут... Тут надо... Тут надо вот... Ой. Вот так, наверное. Вот так, вот так. И вот так. И куда теперь? Теперь, наверное, вот так сюда. Так... Тут не допрыгнуть, да, никак? Угу. Сундук. Так, давайте-ка посмотрим, что вот здесь. А, подожди, он тут не допрыгнет. Или допрыгнет? Не, не допрыгнет. Еще червяки эти мешают. Не, он тут не допрыгнет. М-м. Скорее всего, да. Скорее всего, не допрыгнет. Ладно, тогда идем дальше. Этот сундук мы пока не открываем. Смотрим. Так, тут что? Ага. А наверх мы пока залезть не можем, да? Еще сундук. Да, сундуков тут, конечно, много. Так, прям лабиринт. Ничего себе, а. Так, ну, там, наверное, выход из пустыни, мы туда не пойдем. Ого,
Сколько их тут, офигеть. Так, тут лестница, ну-ка посмотрим. А, ну этот сундук мы не достанем пока что. Пока что мы его не откроем. И это тоже, да? Ну да. И куда же мы пришли? Так, ну это не пустыня. Это уже другое место. Ну-ка, подожди. Ага. А? Кто ты? Нужно рассказать лорду Маймингу. А, я думаю, зачем тут бочка? Подожди. Вот так. А, надо еще с бочки, типа, допрыгнуть. А. Так тогда надо вообще вот так, наверное. А, и то не получается. Во! По-хитрому. Еще одна птица. И что тут? А, тут тупик. А. Тут тупик. Получается, надо выходить отсюда и искать другой путь. А, тут больше нигде и не пройдешь. Так, и что? Что такое? А, вот он, Майминг. Так, закрыть ворота. Меня предупреждали, что ты здесь. Да, сэр? А, теперь Алундра пройти тут не сможет. Ага, все, дверь закрылась. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чего? Подожди, и что, мы никак не пройдем тут? Похоже, что нет. Надо посмотреть.
Да. Похоже, тут мы пока что не пройдем. Так, а вроде бы тут можно допрыгнуть, не? Нет. Наверх как-то, не? Заблудился, похоже. Похоже, я заблудился. Не, ну это мы обратно идем. А тут тогда что? Ну-ка. Может, тут можно обойти как-то? Так, внизу пустыня. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, может тут можно как-то... Ой, ты кто? Ага, смотри. Обошел. Во! Так, сломал. А, этот сундук никак не взять, что ли? О-о-о. Ха. А может и можно как-то? Ну-ка, подожди. Не, никак. М-м. Значит, тут не пройдем никак. Так, ну и давайте тогда вот этот сундук аккуратно. О-о-о, нормально. Не зря сюда пришел, смотри. Увеличение максимального количества здоровья. Здорово. Так, ну... Это хоть и не по сюжету, но... Посмотрим, что в этом сундуке. А, ничего. В общем, надо... Снова идти в пустыню. Так, а... Вот тут еще не смотрели. Тут сундук, оказывается. О! Птица. И на этом, пожалуй, пока что все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ну и подписывайтесь на мои каналы YouTube, Дзен и
Boosty. Все ссылки в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!